В галерее «Шестой этаж» открылась выставка работ трех ивановских художниц под названием «Энергии сознания». Творческий стиль каждой совершенно особенный, но одна общая черта все же есть. Девушки постарались переосмыслить изображение человека. Получилось весьма занимательно. Хотелось что-то поменять в сознании наших жителей. Как правило, все идет к нам из других городов. А хотелось бы вот этот импульс задать самим как бы жителям города Иваново изнутри. Чтобы не ждать, когда пришло все из Москвы и использовать это, а прямо быть, так сказать, центром этой энергии. Вокруг работ Иды Шестаковой всегда много гостей. Девушка устроила конкурс на самое оригинальное фото с ее картиной. Желающих получить приз хватает. Молодые люди даже готовы стоять на руках рядом с произведением искусства. Другие работы заслуживают не меньшего внимания. Тамара Муратова привнесла в экспозицию море ярких красок. Герои ее сюжетов, как правило, смешные и жизнерадостные. Я люблю все яркое и красивое. И для того, чтобы участвовать в этой выставке, молодежной выставке, современной выставке, с таким шикарнейшим названием, я, конечно, постаралась что-то новое изобрести в своей технике и в своем энергетическом подсознании, явить миру свое творчество. Главное, к чему стремились организаторы выставки, изменить представление ивановцев о живописи и расширить границы сознания. Судя по удивленным лицам гостей, цель достигнута. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.